Как всегда, канал Игровая Каналия. И мы продолжаем проходить с вами Сибирь, часть 2. И, в общем, в предыдущей серии у нас наш старичок Ганс тяжело заболел. Вот. И никто не хочет нам помочь с его лечением. В монастыре он говорит, что он умирает. Его бесполезно что-либо с ним делать. А в других врачей здесь нет. Поэтому мы влезли в монастырь, в библиотеку, и нашли книжку брата Алексия. И в этой книжке у нас есть информация о целебном растении, а именно об алой ежевике. И ее нужно нам найти. И нам известно, что она растет только на могилах усопших. Усопших, чьи души покоятся с миром. То есть, я думаю, нужно поискать на кладбище что-нибудь. Да? Да. Еще нам известно, что брат Алексий мертв. Ну, умер в силу своего возраста или что там с ним. Поэтому давайте искать его надгробие или что-то вроде этого. Но пока что... Так, что это? Это еще что? Это еще что? Ну... Убрать ты не можешь, да? Ясно. Так, здесь... Блин, ну неужели... Не содрать эту колючку, или что там, кустарник этот. Здесь а все у нас. Не самый плавный спуск. Но на санях по. Понятно, саней у нас нету, ведь да нам пока туда не нужно. Это от чё? Этого гроба просто ма. Ясно. Ты там что не скажешь? Ну-ка. Я опасаюсь худшего, Оскар. Надеюсь, это не. Путь, понятно. В общем. Там стояла тачка с инструментом прямо на входе. С инструментами садовника. Давайте туда сбегаем и посмотрим. А вдруг там есть какие-нибудь приспособы для того, чтобы убрать растения. А, так, наверное, это растение и есть алая роза. Или как там она? Алая ежевика. О! А их тут не было, кстати, помните? Вот. Точно, наверняка она есть. Да-да-да, что-то я затупил жестко. Давайте скорее вернемся обратно и срежем ее. И, знаешь, что, и Гансу, наверное, побежим. Так. Сейчас все будет сделано. Так, а, видимо, готовить зелье мы будем около того агрегата для свечей, да? Потому что я больше не знаю где. Да, Алексий. Слибри. Ясно. Так. Ты нам ничего не скажешь, да? Я опасаюсь худшего, Оскар. А Оскар тут при чем? Ладно, неважно. Пойдемте туда, к этому агрегату. Встретимся, в общем-то, возле него. Мужик, хватит бубнить. Жутко все-таки. Так, значит, у нас уже разогрет, да, воск? Отлично. Давайте положим веточку. Что, нет? Секунду. Эй! А, сюда. Зелененькое пошло. Так. Фу. Аппетитненько. Ну вот и все, что ли?
Ну, вроде как все. Давайте теперь пойдем к Гансу и зажжем ее там. Посмотрим, что будет. В общем, встретимся в келье у Ганса. Так, что ж, мы вот добрались до Ганса. И теперь давайте... Давайте, что ли, зажжем свечку. Эту штуку надо как-то запустить. Ну что, нельзя просто поставить-то, нет? Эту штуку... Ах, какие изыски! Чёрствый хлеб с сыром. Яблочком еще вообще-то. Ты чё, Кейт? Ну и чё? А, ну вот. Наверное, да-да-да. В него свечку. А теперь зажигаем. Прикольно. Ну, Ганс, как ты? Лучше, нет? Походу, получше немножко. Ну, как ты? Как дела? Кейт! Да, что я здесь делаю? О, это долгая история. Мы уже уходим. Да, хорошо. А вы можете? Хотелось бы. С радостью бы, но кажется... Не двигайтесь, Ганс. Я найду способ забрать вас отсюда. Ох, опять. Ну ладно. Что ж придумать-то? Давайте попробуем сходить к этому... к лекарю, так, к настоятелю монастыря. Может, что он нам подскажет? Его интересно, кажется, чтобы мы быстрее свалили отсюда. Ну, по крайней мере, Кейт, потому что она его бесит ввиду своих вторичных половых признаков. Лишки двери огроменные. Так. Че, походу никого нет? Ау. Ну ладно. Давайте заберем эту штуку. Драгоценный ключ. Так что. Что же он отпирает? Может быть, главные ворота? Или что-нибудь вроде того? Ну-ка. Что это такое? О, ну-ка. Отлично. Я, конечно, дерну сейчас, но... Ну, что будет? А, ладно. Мы в современной Дианке помним, что... Дергать нужно все без раздумия. О! Угу. Кажется, я понял. Я понял, что, что нужно делать. Так, а за Гансом заходить нужно? Или он? Вы, наверное, тоже догадались уже, да?
Я думаю, да. Вот наш выход. А тут не самый плавный спуск. Но на санях, пожалуй, можно. На санях или на гробу? В гробу. Ты только Ганса забери с собой. Кейт, про Ганса не забудь. Или чем без Ганса поедем? А тут не самый плавный. А тут. Ну, я понял. А тут не самый плавный. А тут не. Блин. Надо, наверное, все же за Гансом сходить, да? В общем, увидимся в келье у него. Ганс. Может, заберем? Все, хватит коптить небо. Господи, Кейт. Что с тобой? Что такое, Кейт? Вот, согласен. Вперед! Да, Кейт, нам надо торопиться. Не знаю, не очень сильно не нравится мне голос главной героини во второй части. Прям... То переигрывает, то не доигрывает. Не смейте уезжать. Нет, останьтесь. Дед, какое дело? Остановите! Не понимаю. А бедульке нравится. Все, походу, замутило. Неплохая была прогулка, а? Отлично. Да, было весело. А что ты делаешь? Скажи мне. Ганс. Поехали. Как вы думаете, Ганс, мы можем продолжить наше путешествие? Я еще не закончил одну работу. Кей, ты должна помочь мне. Ну, конечно. Скажите, что мне надо делать? Почему мы не можем просто уехать? Я починил механическое сердце. Но я так устал. Я так слаб. А, этому еврею-то? Кей, ты не могла бы пойти в кабаре и установить механизм вместо меня? Блин. Я пойду туда, не беспокойтесь. А вам надо отдохнуть. А, ясно. Ну, блин, давай пойдем чинить лошадей. Я не знаю. Это интересно, тут типа чуть ли не конец света, ну, в смысле, да, конец света. Типа холод собачий туда-сюда, Сибирь. Но все ходят без шапок, да? Ни у кого, даже у маленькой девочки вроде шапки не было. Где-то и вон. Ну ладно, пойдем к этому. О. Ну теперь прыгай, прыгай.
Ну теперь прыгай, прыгай. Что-то, походу, не очень работает, да? Ну теперь прыгай, прыгай. Черт, убирайся с глаз моих, пока я не засунул тебя в духовку, ты идиот лохматый. Ну, давай быстрее, мужик. А подставка, видимо, стоит там. Понятно. Хорошо. Здравствуйте, господин Цукерман. А, рад вас видеть, мисс Уолкер. Чё с тебя, сюки? Когда я вошла, мне показалось, вы злились на эту странную собачку. Собака? Хотел бы я, чтобы это была собака. Это Юки, мисс Уолкер. Их приручили юколы. Такой народец, вроде чукчей. Юки — это от юколы. Ясно? Ясно. Юки? Вы на внешность не смотрите, мэм. Они похожи на собак. Только это не собаки. Это помесь тюленя и медведя. И кое-что от свиньи есть. Особенно аппетит. И вы, ну, тебе тоже кое-что есть. Научить это животное цирковым приемом? Поверьте, мисс Уолкер, я уже пытался. Да уж. Ага, помесь вот медведя. Цивилизованному человеку с собакой. Эту мохнатую скотину не выдрессировать. Там, простите, мозгами и не пахнет. Там нечего дрессировать. Единственное, что его занимает, это как бы набить брюхо. Ну, как и тебя, в принципе. Господин Цукерман, позвольте поблагодарить вас за гостеприимство. Мы скоро уезжаем из Романовска. Как жаль, мисс Уолкер, что вы не увидите, как поскачут мои... Да сейчас я их починю. Грибцы. Представление начнется, как только я научу своих лошадок становиться на дыбы. Успею как-нибудь в другой раз. Сейчас починим, что-то... То есть эти лошади не работают? Кей, да ладно. Фральберга взглянуть на них. Но с ним приключился этот ужасный приступ. Как вы сказали, лихорадка, делириум, и он не смог закончить работу. Ну, конечно, я не Ганс Фральберг, но... У ваших заводных лошадей не хватает важной детали. Но я попробую вставить ее на место, если вы... Вы правда это сделаете? Думаю, мне удастся починить. Пожалуйста. Да. Господин Цукерман, Ганс по... Короче, ясно. Так, ну чё, давайте вставим эту штуку. Ну чё. Так, ну, как бы, да. Я, чтобы знали, просто наугад сейчас тыкаю. Одна осталась.
Все, вроде все коняшки заработали. Поскакали. Эй, что такое? Поезд? Окей, беги давай. Ту-ту. Чу-чу. Обалдеть. Я не думаю, что Ганс с Оскаром специально уехали, так что мне кажется, кто-то их обокрал. Так, ну-ка, может, что полковник скажет. Полковник. Полковник? Неужели ваш поезд уехал без вас, мисс Уолтер? Да не говори вообще. Полковник, кто-то угнал поезд. Его украли, я уверена. Все это очень серьезно, мисс Уолтер. Вы кого-нибудь подозреваете? Возможно. Но кто же мог совершить такой возмутительный поступок? Эдди, как вы. Это невозможно. Я должна ехать с ним прямо на остров Сибири. Он бы никогда так не поступил со мной. Он бы не уехал. Что мне делать, полковник? Я должна догнать поезд. Там же Ганс и Оскар. Проклятая нога. Был бы я чуточку помоложе, оседлал бы коня и пустился в погоню за бандитами. Но мой конь давно мертв, а на одной ноге далеко не ускачешь. Полковник, пожалуйста, должны же быть какие-то иные способы передвижения. Ни один на ум не приходит. Вот разве что дрезина под путями. Только ею столько лет не пользовались. Как вы думаете, полковник, на этой тележке можно догнать поезд? Вариантов-то нет. Понятия не имею, мисс Уолтер. В государственном регистре написано, что это вспомогательное транспортное средство для обслуживания железных дорог. Только для экстренных случаев. Про скорость там ничего нет. Ты зазубрил, что ли, это? Как вы думаете, сработает? Попробуйте, мисс Уолтер. Я дойду до конца. Катюша, вы человек действия. Катюха. Так, ну давайте искать дрезину. Где она находится? Что-то я не видел ее. Наверное, вот в эту сторону. Здесь у нас зарядка. Здесь дрезины нет. Может быть, слева? А помните, там вроде был рычаг, вот где лестница? Или я путаю с первой частью? Ага, вон, вон. Вот. А где дрезина? Что-то я ее не вижу. О, прикольно. Ну, садись. Деваться некуда. Села. Ого, чё она? Только этого не хватало. Колымага объявила забастовку. Уголька бы не подбросить надо или чё? А, наверное, Юки посадить, чтобы он бегал здесь, нет? Нет? Да-да-да, Юки. Где только его взять? Ну, понятно, сходить к этому, к Цукербергу.
Так. Можешь что-нибудь нам сказать по этому поводу? Господин Цукерман, это ужас! Просто ужас! Ужас. Что? Мисс Уолкер, что случилось? Господин Цукерман, мне понадобится помощь, чтобы привести в порядок дрезину. Уж извините, дорогая моя, но в машинах я не разбираюсь. Но у тебя есть псина это. Да. Господин Цукерман, вы не знаете случайно, где ваш Юки? Ой, да где угодно. Посмотрите у мусорных баков. Он обожает копаться в объедках. Если я его найду, можно его взять на время? Да хоть насовсем. Эта зверюга вообще не моя. Только я вас предупреждаю, ничего хорошего вы от этого проглота не дождетесь. Но почему же? Одни неприятности от него. Ясно. Боюсь, больше мне никто не сможет помочь догнать поезд. У меня просто нет выбора. Мне надо идти, господин Цукерман. Желаю успеха, мисс Уолкер. Так, значит, надо искать. Может, что Малька знает? Малька. Привет. Ты видела, Малька? Поезд уехал без меня. Ты думаешь, твои друзья тебя бросили? Нет. Я думаю, что-то заставило их уехать. Эта тележка сломана. Она не работает. По-моему, тебе нужно туда кого-нибудь запрячь. Ну, и колесо сзади тоже не можешь работает. Можешь ты залезть побегать туда, я не против. Я смотрю, твоя телега еще тут. Она не сдвинулась с места ни на дюйм. Сломано приводное колесо. Если бы собака Цукермана была дрессированной, она могла бы крутиться в колесе, как белка. Ну, конечно, Малька! Какая отличная идея! Ой, а ты... Просто великолепная! Где же это животное? Я видела, как он прятался. Кажется, у бугровых. Спасибо. Понятно. Так. Айда. Айда, посмотрим. Собака. Ну, ты давно, кстати... Кстати, не звонил телефон. Алло? Это Оскар, Кейт Уолкер. Оскар, где ты? Ты цел? Что случилось? Эти господа сказали, что вы раздумали здесь останавливаться, что вы возвращаетесь в Америку, что поезд может отправляться. Кейт Уолкер, боюсь, я совершил непростительную ошибку. Все-таки сам поехал, да? Ганс с тобой? Да, Иван с Игорем держат господина Фаральберга в заперти. Иван с Игорем? Они что же, раскочегарили поезд? Боюсь, происходит нечто не вполне законное. Понятно. Не вполне законное? Да это грабеж среди бела дня. Паразиты угнали поезд, а вас взяли в заложники. Кейт Уолкер, я испытываю некоторое беспокойство. Не бойся, Оскар, я вас разыщу. Куда направляется поезд? Мы едем прямо, пока не было ни одной развязки. Я поведу поезд на минимальной скорости. Постараюсь их затормозить. Возможно, удастся даже... Кто? Я? Сам с собой. Ну что вы, я просто... Оскар! Понятно, Оскар! Так... Давайте искать псину эту. Где она может быть? Собака. А вот ты, господи. Умом он не блещет, но по-своему симпатичный. И рад радешенек, что вернулся в родные края. Но как тут пусто. Пойдем. Умом он не блещет. Ага, у меня здесь печеньки. Ну-ка, будь печеньку рыбную.
О, как завелся. Представь себе, остальные этих конфет в рот не берут. Ты у нас Юки, да? Ну как, теперь пойдешь со мной? Так, ну давайте осмотримся, может там что есть. Так, стол. Ну-ка, смотрим. Белое золото Сибирь. О! Смерть Примадонны. Арлабат, 5 сентября. Елена Романская больше нет с нами. Знаменитая оперная дива покинула этот мир в четверг ночью. В 60-х ее голос стал символом очарования Советской империи, для которой она стала послом доброй воли. Мы не забудем ее. Ясно. Елены больше нет. Последний раз она спела тогда у этого первой части на фабрике. Жаль. Вроде неплохая была тетка. Эй. Ладно, пойдемте к дрезине. А братцы, видимо, погнались за белым золотом, которое было, ну, в другой статье написано. Так вот ворота. Так, сейчас, думаю, мы уже свалим. Давайте поговорим напоследок с Малькой. Может, больше не увидимся. Думаю, ему нравится рыба. Ты была права, Малька. Я накормила Юки рыбными конфетками, и теперь он не отходит от меня ни на шаг. Бе, только Юки нравится эта гадость. Я хочу заставить Юки залезть в колесо. Посмотрим, сработает ли его инстинкт. Посмотрим. Если ты хочешь их догнать, если с Юки все получится, до встречи. Ладно, пока, мелкая. Ну что ж, гоу, друзину, дрезину. Чё гапаешь? Так, Юки, ну-ка залазь давай. Юки, Юки, иди сюда, ко мне. Ну, залез. Погнали. Ну, псина. Юх. Ничего себе, там скорость какие. Догоним, не догоним. Да поди, что догоним, че? Эй! А мы догонять начали, да? И он это увидел. Че такое? Дороги нет? И че? Что ж, мы вот где-то оказались, где-то, типа тайга, да? Дрезина мне больше не пригодится. Ганс у нас на другом берегу остался.
Мост разрушен, что делать неизвестно. Ну, не знаю, давайте что ли по тропке пойдем по этой вот. Юки так вот со мной идет. Юки. Все бивни теперь наши, мисс Уолкер. Ах, идиоты. Эй ты, жертвряс, не ходи здесь. Не видишь, что ли, ты слишком тяжелый? Ох, идиоты. Ладно, пойдем-то дальше. Это тропинка вроде типа того. Юки. Не отставай. О. Это кто она? Лед надо растопить. Так, и как мы его растопим? Пока, видимо, никак. У нас, ну, вот спички. Лед надо растопить. Типа, да? Ну как бы их мало. Ими ничего не сделаешь. Ну ладно, пойдемте дальше. Так, тут у нас ничего нету, просто пока идем. Может, какие-нибудь веточки найдем. И еще что-нибудь, чем поступить можно. Мох там. Я тут мох. Ты че это, Юки? Этот пес делает только то, что ему вздумается. Так, да, вообще дурной. Вот, а что с ним взять? Вспомните медведя и тюленя. Так, ну куда? Блин, развилка. Че ты лаешь? Ты ж не собака. Ну хватит пугать несчастного бобра. И шуметь лишний раз. Да и фу. На смс-ку себе поставлю на телефоне этот звук. Божественный. Так, ну, блин. Ну-ка. Че это? Такой большой лес и так мало сушек. А, веточки. Давайте сразу туда не пойдем пока. Сразу вернемся. К той штуке. Вот она. Так, теперь понятно, для чего эта рыба нужна, чтобы этого Юки отвлечь. Это он там с ума сходит. Я помню в детстве, ох, я долго что-то тупил на этом месте. Над этим там еще одно будет место подальше, там надо будет воду заливать. Лечить типа того. Ну, короче, потом расскажу вам. Что тупил, я не знаю, я не мог найти эти веточки там. Не очень очевидно, там лежат. Вот. А сейчас, ну, благодаря памяти, быстренько разобрался с этим. Блин, какие-то звуки все
постоянные. Эй, на. Юки, рыбу, на. Юки, иди сюда, ко мне. О, похалась. Все, хавай давай. Зачем там одну рыбку? Что этой собаке нужно, так это поводок. Точно. Опа. Дерево упало. Ну, я так понимаю, это наш следующий шаг. Давайте перейдем. Только не падай. Только не падай, Кейт. Так. Ну, пойдемте дальше, я не знаю. Дорога одна вроде пока что. Половина четвертого. Он что там, напился? Наконец-то. Контент, куда вы пропали? Я не могу круглые сутки сидеть у телефона. Я в жуткой душе, мистер Марсон. Зато не зря. Есть основания считать, что Кейт Уолкер сейчас тут. Либо прямо в деревне, либо где-то поблизости. Разыщите ее, контент, и доставьте обратно. Тащитесь силком, как хотите. Только контент. Она должна быть здесь. Я свой гонорар отработаю. А зачем она ему? Так-то. Что, другие журналюк мне дают? Кем там она, юрист? Да. Видимо, нету. А, подожди. Тут развилка. Давайте сюда пойдем. Может быть, мы перейдем к тому домику. Помните, мы с того берега видели? Ну, в смысле, там, где веточки подобрали. Блин. Походу, нет. А, нет. Может еще... Да, вот какой-то домик. Вроде бы его и видели тогда. Да, опять началось. Алло? Кейт, зайка, о? Это мама. Мам? Мам. Солнышко, я держусь на одной валерьянке. Ты еще долго собираешься колесить не везде? Твой босс тебя обыскался. Мам, я остаюсь здесь. Вот именно здесь, вот, где стоишь. Ты же не собираешься загубить свою блестящую карьеру. Да, это она блестящая. Я передумала, мам. Может человек передумать? Как будто пьяная. Господи, Кейт, ты голос. Совсем с ума сошла? Не знаю, наверное. Боже, Кейт. Пока, мам. Понятно. Маман не одобряет. Так, ну что, давайте в дом пойдем. Кстати, надо сохраниться, давно очень не сохранялись. Не дай бог, чё. Так вот, ладно, пойдемте в дом. Неплохой такой домик, скажу я вам. Я б здесь жил. Вот прям так. Чё здесь? Чё-то на полке. Так, матрешки. Можно взять. Книжка какая-то. Давайте матрешку заберем. Только одна? Ну мы же, типа, в России. Так, вот так тоже получше. Их, книжечка. Оранжевый лосось. Так, ладно, понятно. Все, да? Давайте еще осмотрим все. Наверняка что-нибудь да есть. Здесь хотя бы тепло.
костер бы развести по-грецки. Но да некогда, некогда. Так, тут что? Ягдаш. Не знаю, что это такое. Не имею понятия даже. Так, ну что? Туда-сюда? Тут какая-то дверь еще. Ну, что там еще? Лапы замерзли, не хочешь идти? Ну, давай вперед зали... Ой! Ух ты, ебана мать. Скорее зовите Ди Каприо. Это по его части. Так, медведь, понятно. Дальше мы не пойдем. Надеюсь, он не вломится сюда. Благо, есть еще одна дверь, конечно, но... Может быть, мы сейчас наловим тогда ему рыбки? Это вот же удочка, да? Или что это? Так вот, наловим рыбки, и он от нас отстанет. Как думаете? Так, ну что там у нас он ловился? На зеленых лягушек? Если судить по книжке. Вот это? Или это? Блин, как вода громко шумит, да? Ну, вам, наверное, потише сделают. Вот это или это? Ну пусть будет. Блин, вот это что ли? Блесна. Ну. Блин, окей. Поставь обратно все. Берем лягушку, а взяли ее. А вот. Закидывай давай. Оп. Ну-ка. Чё-то мне кажется, это не то. Это она мелкая. Ну-ка, чё там за рыба? Чё за рыба-то хоть? Ой, а этот... ты не прочь её проглотить? Оранжевый лосось. Да он-то, понятно, не прочь. Ну, в общем-то, мы поймали с первого раза то, что нам нужно. И чё, возвращаемся? Покормим мишку. Да? Где? Давайте... Посмотрим, там ли он, может он уже ушел сам. Нифига, может топором его, а? Хавай. Нравится? Все, пошел. Нравится, чего нет-то? Похоже, он в восторге. Его любимое блюдо. Ой, ладно, разобрались вроде. Шли, парень. Тут он должен скелетик оставить рыбный. О, вот он.
Заберем, я не помню для чего он, но пригодится. Пригодится. Ну что, наверное, возвращаемся назад. Идем по другой дороге. Вот у нас мост. Этот узел не для моих пальцев. А для чьих, Кейт? Это же есть топор. Кажется, есть только один способ перебраться через эту пропасть. Так, что у нас тут? Может, как-то к дереву ее? Будем надеяться, что эта штука выдержит. Да, вроде правильно. Оп, 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 оп. Отважная так-то. Эй, а пёса? Юки, иди сюда, ко мне. А как он-то? Фига себе, он цокнул. Мне бы так. Да. И как же мне теперь возвращаться? Блять, ему весело. Норм. Так, а там же была еще одна развилочка, мы на нее не сходили. Наверное, зря. Ну ладно. Пойдем, типа, вот по дороге, что делать-то, Кейт? Ты в очках, все нормально. Юки, нет! Стоять! Ага, сейчас. Конечно. Пойдем ловить. Это Юки, на сову? Не трогай птичку. Не трогай птичку, Юки. Ну и чё, все, Юки? Это не животное. Это стихийное бедствие какое-то. Ну и есть немножко, да. Такой себе. Песик. Ну, то есть песик прикольный. Но. Че, мне опять рыбу ловить, чтобы тебя сюда тащить? Юки, плохой пес, плохой! Как ты хочешь, чтобы я. Ой! Что? Че, какнуло? А, нет, это эти. Ах, вы ублюдки! Синий порядок! Теперь американцы! Юки, беги! Быстро в поезд. Куда? Как он ее понял? Ты промазал, идиот! Она идиот. Еще там обсина сбежала! Брось-ка ей камушек и покончим с этим. Ей будет больно голову очень. Так ей и надо, идиот! Она охотится за мамонтовой костью. Да, за мамонтовой твоей кости. Мамонтовой костью, Игорек! А ну давай живо! Игорь. Взял камень и вперед! Но! Блин, тащит, тащит! Ну-ка положь камень! Че там, Юки? Нет. Это еще кто? Кто там? Не! Все, был пацан, нет пацана. Не получилось, не фартануло. Или что, они живые? Живые, наверное, что-нибудь будет. Так. Тут нам до не забраться. До первого выступа не добраться. Слишком высоко. Интересно, что это за самолет? Что-то я не помню такого. А, наверное, это этот, может быть, которого послал босс ее, нет? Нет? Я не знаю. Тогда. И что дальше? Теперь типа она залезет. Ну давай. В жизни бы не поверила, что сюда полезу. Так, ну что ж. Вам я, наверное, покажу уже окончательный вариант, где будет. Без падения или как там, что там. В общем, поехали.
Так, давайте вверх. Вверх. Вправо. Вправо. Вверх. 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 И вверх. Давай назад. Не, правильно вроде. Сейчас все 4 раза влево. И еще разок. Сейчас 2 раза вверх мы залезем. 2. И 2 раза вправо. Блин, прикольно, я не помню этого момента. Опять 2 раза вверх, 2 раза вправо. Так, теперь 4 раза вверх, и вроде бы все. Ну, в принципе, маршрут здесь виден, но я пару раз не туда полез. Какое у нее преимущество? Да вдобавок завелись сообщники из местных. Контент, вы меня ставите в очень неприятное положение. Родные Кейт начали тревожиться. Если вы ее не притащите, нам обоим придется несладко. Можно подумать, я тут загораю. Чертова дыра в самой тундре. А дальше сплошь какие-то... Она просто рехнулась. А черт. Да, так вот, я там пару раз сорвался, но в итоге вот эту комбинацию подобрал, и мы залезли. В общем-то, я вам показал уже конечный вариант. Так, мы наверху, идем дальше. Надо найти этот самолет, наверное. Куда он? Сюда вроде, наверное. Пролетел. Следов никаких, а вот. Вот, что-то есть. Здрасте. Есть кто живой-то, нет? А, вон. Ле. Так, кабина кликабельная. О, ладно. Поговорим с... Мужчина! Мужчина! Эй, проснитесь! Да проснитесь же! Ну... Слушайте, а не персонаж, что это из первой части игры, которого мы в космос отправляли? В этих наушниках он меня не услышит. Я такого сейчас вспомнил немножко. Может, матрешку у него кинуть? А чё, я бы мог. Так. Так, может, что-то там с кабиной можно? Эй, может, там радио есть, и оно... Короче, давайте попробуем. Ух ты. Ну, питание есть, это уже радует. Так, ну допустим, тут не знаю, что это нам дает. Вот, наверное, радио. Как бы его починить? Вот типа дисплей у нас, да?
Давайте по очереди этим. А да, Борис Шаров. Это тот парень, которого мы отправляли в космос в первой части. Так, ну давайте АС сейчас включим, да? Так, ну давайте вот так. То, что здесь будет много попыток, и я, скорее всего, ставлю вам то, что уже нужно. Так, цифра 03. Давайте вот наоборот сделаем. Двадцать ноль три, 28. Ну, то есть 328 получается, да? Надо запомнить. А если оба включить? Нифига, да? Это все не работает. Не работает. Ну прикольно, что это можно все покликать. Как бы да. Нужно найти вышку, наверное, радио вышку. И связаться с этими. Ввести эту частоту. Вот, и попробую с ним связаться, но я уже не помню, где она. Где она? Возможно. Возможно, где-то здесь. Давайте вот сюда пойдем, сюда мы не ходили. Вроде как. О, вон поезд у нас. Да, поезд уже едва видно. Да. Блин, ну куда идти? Да, поезд. Да че тебе все видно там? Кейт, куда идти? Я вот не помню. А вы помните? Найда сюда. Там будет. Если мы вроде бы пришли. Найда сюда, я не знаю, что. Да, вот вышка. Так, что это? Ты же здесь, ублюдки. Господи, там был Ганс! Где? Я должна скорее добраться до поезда, если хочу их догнать. Ну, блин. Хоти. Что поделать? Нам сейчас надо к радиоушке. Это я точно помню. Так, ну есть смысл нам здесь наверх, или здесь все можно сделать. Давайте слазим, чего бы нет. Я бы не полез без надобности. Такой дубак. Ага. Я на самом деле не знаю, куда нужно-то. Пусть пока будет, где был. Давайте его все-таки введем уже. Так, щелк. Нам надо. Триста двадцать восемь. Алло? Борис, как слышите? Говорит Кейт Уолкер.
Просыпайтесь, Борис, подъем! Да, есть. Что за... Что я тут делаю? Я хочу вниз! Спустите меня вниз! Отстегнитесь, Борис! Отстегнуться? Ах, да, точно! Ох, идиот! Сейчас я вот эту... Пал, походу. Надеюсь, он не сильно ушибся. Опять поди пьяный. Ладно, встретимся около Бориса. Борька наш вроде очухался. Вроде даже ходит сам. Значит, ничего не сломал. Только падал. Борис! Все, Катенька. Самолету моему капут. Можно прямо на свалку. Бедняга Борис. Ваше летающее крыло едва цело. Зато я летал среди звезд, мисс. Все остальное ерунда. Что-то что, на нем Борис, летал, что ли? Ганса Фурай. Ты на нем его отправляли? Круто. Что? Что ты говоришь? Два мерзавца похитили Ганса Фуральберга. Я иду по их следам. Бедный Фуральберг. Увы, моя милая, вряд ли я смогу тебе чем-нибудь помочь. Я понимаю. Я должна их поймать во что бы то ни стало. Понимаете, у Ганса слабое здоровье. Кейт, если бы я мог тебе помочь, я бы помог с радостью. Только вот как? Поезд стоит у подножья этой горы, а я никак не могу спуститься. Эх, если б мой самолет не был разбит. Посадка всегда была моим слабым местом. Вы уверены, что мне это летающее крыло уже не пригодится? Вернее, некуда. Я знал, что посадка будет жестковатой. И катапультировался заранее. Вот разве что запустить катапульту второго пилота. Только придется перейти на ручное управление. Попробую запустить это кресло. Ладно, я пока здесь побуду. На всякий случай. Хорошо. Так, ну... Ага. Нам нужно ввести координаты, куда нам приземлиться. Так, тихо. Стой, стой! С такими координатами ты врубишься ровно в ту сторону. Я же думал, сейчас взлетим. Так, я понял, нам нужны координаты. Ага. А это надо обрести обратно к пушке, наверное, и... Там что-нибудь опять... В общем, встретимся там. Так. Ага. Понял. Сейчас надо будет нам повернуть. Ага. Понятно. В общем, повернуть надо будет нам. Давайте так попробуем. Блин, почему нельзя скипывать анимацию всего этого дела? И что? Что-то близко, походу, но все еще не то. Может быть, так нормально будет? Да, автоматика вот здесь не помешала. Крайне не помешала. Вот представьте, каждый раз лазить туда. Странно, что вот это все работает. Во, все, отлично. И что это примерно... Примерно 50, 60, 70... Где-то 80... 81 день, ну 82 может. А здесь
Где-то 15, может, 13. Ладно, встретимся около самолета. Борька, сейчас полетаем. Не только же тебе одному летать, тоже хочу. Иди, пожалуйста. Я даже не представляла, что снова вас встречу, честное слово. Судьба хитрая штука, мисс Уокер. Борис, вы не поможете мне с ручным управлением этого кресла-катапульты? Нужно только ввести координаты места назначения. Ну, до скорого. Куда? Я понял, залазь, Кейт, сюда. Так, Ч-82. Или как там? Да было уж. 12, 13. Стой, стой! Давай поменьше сделаем. Стой, стой! С такими координатами ты врубишься ровно вон в ту скалу. Может, наоборот? Стой, стой! С такими координатами ты врубишься ровно вон в ту скалу. Чуть ей не нравится. Побольше взял. Нормально. Али. Бу. Прям как в этом, в Крепком Орешке. Кадр был. Налеталось. О, привет. Ты кто там, господи, опять продолжает задолблять меня звонками. Алло? Мисс Уолкер, говорит полковник Емельянов из Романовска. Откуда у тебя мой номер? Помните полковник меня? Емельянов. Полковник Емельянов? А, ну конечно. О, кстати. А кто вам дал мой номер? Неважно. Неважно. Тут приезжал один детектив из Штатов. Искал вас. Вот я и звоню. Расспрашивал про вас, про поезд, про вашего друга Фаральберга. Я, само собой, ничего не сказал, но... Полковник, задержите его любым способом. Знаете, что такое русская зима? Это что там, рука Оскара, что ли? Смотрите, плаюки. Нет, мисс Уолкер, этот тип до вас ни за что не доберется. Спасибо, полковник. По-любому Оскар. Ну-ка. Ух, понажираются. Ну как ты? Железный человек. Оскар, Оскар, с тобой все в порядке? Оскар, это я, Кейт, Кейт Уолкер. Добрый день, мадам. Оскар, приходи быстрее в себя. Нужно разыскать Ганса как можно... Ганса? Ганса Фуральберга? Да, Оскар, Ганса. Оскар, давай скорее. У нас есть они забрали Ганса, догнать, да? Догнать этих бандитов? Увы, боюсь, что не смогу оказать вам какое-либо содействие. Кстати, Юки приуныл у нас. Но должен же быть какой-то способ привести тебя в норму.
не знаю. Я действительно уже... Я видела Ганса, лежащим на санях, которые тащил... Сожалею, что не смог ничего сделать, Кейт Уолкер. Я попытался им помешать, но эта толстая скотина схватила меня и швырнула... Взывается уже. Оскар, ты сделал все, что мог. Нужно непременно догнать. Я охотно помог бы. Да-да. Ты в порядке, Оскар? Нет. Я совсем замерз. Да. От холода у меня все шестеренки встали. Воу-воу, нам-то не рассказывай все подробности свои. Надеюсь, локомотив не повредило? Я опасаюсь худшего, Кейт Уолкер. Я быстро... Я... Так, понятно. Ганса нет, поезд стоит, а Оскар наш, Айронмен местный, весь застыл. Чертям. И нам теперь нужно с этим как-то разобраться. Давайте попробуем. Дарям, сюда полезли, надо было лезть в купе, наверное, да? Столько механизмов, и ни один не работает. Все, я понял тебя, Кейт. Не нервничай. Пойдем в купе. Че ты хочешь? Согрей лучше Оскарова. Так, там у нас сзади разрушенный мост. Надо бы не свалиться туда. Ну, блин, ну вот нафига стул этот, кресло перевернул. Тут валяется. Что за люди, а? Ну вот. Странно, какой-то люк. Какой-то люк. Может, как-то его можно... Может... Ладно. Чё это? План поезда, так. Угу. Здесь вот, да? Берем масленочку. Здесь что-то еще есть? Да вроде бы все так-то. Молоток. Я бы взял молоток, чтобы хотя бы треснуть, если что им. Здесь там ничего нельзя смазать. Наверное, Оскара смазать нужно. Слазь быстрее, пожалуйста, Кейт. Ну, ты каждую ступеньку, вот, по полчаса стучишь на ней. Ты там кореша поймали, а ты... Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Нормально работает все. Какое облегчение. Взял, спасибо, Кейт Уолкер. Прошу вас занять место в вагоне. Теперь я готов трогаться в путь. Ты умом не тронься. Так, ладно, давай в вагон по-быстрому. По-быстрому в вагончик. Чик-чик. И поехали. Блин, не едет.
Идем обратно к Оскару. Вот мне нравится вот это вот в игре-то бегать, нет, туда-сюда. И вот это вот непроскипываемые места вот много времени занимают. Ну, понятно, как бы игра уже старенькая, тогда все, наверное, тогда все так квесты делались. Но, тем не менее. Хотя вот это бы скипнуть можно было бы уже, было бы лучше. Так, Оскар, что нам делать? Оскар, в чем дело? Мы не можем двигаться дальше, Кейт Уолкер. Пассажирский вагон застрял. Вот что получается, когда моим поездом пытаются управлять непрофессионалы. Что нам делать? У вагона есть, наверное, система отцепления. Я открою люк из локомотива. Позвоните мне, когда доберетесь туда. Когда люк откроется, вам надо будет запустить механизм, который отцепит вагон. Значит, нам придется бросить вагон со всем его содержимым. Боюсь, это необходимая жертва, Кейт Уолкер. Ну что ж, я пошла, Оскар. Смотри, не уезжай без меня. Я никогда не уеду. Хорошо, пойдем, Кейт. Пойдем. Да, нельзя было сразу позвонить и на месте все сделать. Тем более Оскар сейчас с телефоном у нас. Так, ну вот. До механизма не добраться. Надо открыть люк. Оскар. Тебе, возможно, было сразу самому позвонить, вот так же. Кейт Уолкер. Оскар, я готова. Отлично. Сам я запущу механизм, открывающий люк, а вы включите систему отцепления вагона. Договорились? Да, Оскар, порядок. Так. Там у нас была с вами такая картинка в инструкции по управлению поездом, в плане поезда. Ну давайте что, первый, третий. В общем-то было несложно. Кейт, беги. Кейт, беги. Оп. Жалко. Жалко поезд. Ну вот ладно. Приятная мелодия. Марс, я посреди тундры. Тут какой-то мост, который разрушенный. Попробуй найти другую дорогу и... Марсон, вы меня слышите? В телефоне батарейки сели. Собственно, кого мы с вами ищем, сэр? Издеваетесь? Вы к чему клоните, Джон? Той Кейт Уолкер, юриста, ценной перспективной сотрудницы... Ее больше нет. Вместо нее мы гоняемся за кем-то другим, за кем-то непонятным. Ее мать меня уже плешь проела, Джон. Кейт Уолкер надо вернуть домой. Да кому, кроме матери, это надо? Никому. О, неужели мы где-то уже близко к нужному месту? Вот и конец пути, кстати. Вот и рельсы кончаются. К
Куда же делся Юки? Да как всегда, уперся куда-то. Айда за ним. Вот это воет, а. Довольно жутко, на самом деле. Да, Оскар. Кейт Уолкер, слышите этот заунывный вой? Будьте осторожны. Поблизости явно рыщет какой-то хищный зверь. Слышу, но, по-моему, на звериный вой это не похоже. Все равно, если не возражаете, я лучше останусь караулить поезд. Естественно, да, может быть, это просто ветер завывает где-нибудь. А Оскар, как всегда, такой, я в поезде остаюсь, у меня не получится. Ну, в принципе-то... Снегоход этих двух громил. Бесполезно. Это, наверное, отсюда, внутри как громко стало. Наверное, в этой щели ветер завывает, да и все. Нет, не обыскал. Надо обыскать. Че есть? Ветошь? Че и все? Ладно. Опа. Бесполезно. Тут слишком скользко. А как эти забрались? Ладно. А вот еще какая-то дорога есть. Давайте пройдем по ней. Господи, как жутко оно воет, а. Здорово. Это вроде более безобидный, чем вот этот мелкий брат. Эй, эй, там! Да ты-то че орешь, господи? Спокойно, спокойно, Игорь. А ты что за звуки издаешь? Вы меня слышите? Где Ганс? Ганс? Тот старичок? В смысле не знаю, то есть первого у нас. Как это вы не знаете? Это вы его похитили. Его оставили на снегоходе. Мы с Иваном поднялись на холм, а когда я спустился, да, старика не было. Но этого не может быть. Он... Говорю вам, так и было. Это правда. Что где? На вас нашло, Игорь? У вас с головой все Игорь. В порядке? Я не знаю. Мне холодно. Я хочу есть. Еще эти духи. Ладно, успокойтесь, Игорь. Это просто ветер воет только и всего. Знаете что? Надо было ветер заткнуть Сове рот одеялом. Дыхание сразу же. Эй, помню эту штуку. Нет, это просто ветер. Он дует сквозь тотем, и получается этот странный звук. Пожалейте. Да. Как... Я и... Эй, дай, короче, к тотему сходим. Да? И заткнем его, сейчас меня тоже раздражает.
чуть-чуть. Все, отлично, слава богу. Тишина. Все, Игорь. Я все сделал. Игорь! Игорь! Это вы! Духов почему больше вы нет. Вы уходите, Игорь? Духи не дают. Все, духов больше нет. Я их прогнала. Нет, нет. Это они завывают. Послушайте сами, они все ушли. Нет, их не слышно. Я же вам сказала, уходите быстрее, пока они... Спасибо, мне холодно. Куда же вы? Пока. Ну в смысле? Так. Айда куда-нибудь, я не знаю. Так, у нас поезд. Ага. Отлично, кошки. Оп. И сейчас мы в этом я смогу поднимемся. Забраться на холм. Ну-ка, так, подожди. Сова. Букля, ты? Непонятная сова. Ну что она из Хогвартса. Работает, смотри. Что это, кости мамонта все? Это рай, наверное, для этого, для Ивана. Ага. Кейт Уолкер! Катя партизанка! Ох, смешно, согласен. Что вы сделали с Гансом? Где он? Улетучился твой дедуля. Исчез Гансик. И нету. А, конечно. С вашим братцем Игорем, я полагаю. Этот идиот криворукий вас упустил. Придурок. А теперь еще и слинял куда-то. Ваш брат решил убраться отсюда. Он вас бросил. Что? Свалил, да? Ну и пошел он лесом. Только под ногами путался. Стойте, где стоите. Хорошо. Стою. Ах ты, сволочь. Я в милицию звонить буду. Я буду жаловаться. Оскар, тут у меня Иван. И явно не настроен шутки шутить. Иди сюда, помоги мне, пожалуйста. Боюсь, я вряд ли способен на него повлиять. Неважно, придумай что-нибудь. Я обязан охранять поезд. Сюда, Оскар! Живо! Туда? Через сугробы, Кейт Уолкер? Вам же известно, что снег очень вреден для моих механизмов. Этот бандит сейчас мне череп раскроит.
Железка, несчастная, беги, спасай! Или останется только мои мозги подбирать? Я что-нибудь предприму, Кейт Уолкер. Да поживее! Ну что теперь? Черт, что там еще такое? Без шуточек, а то я за себя не отвечаю. И что ты сделаешь? Что опять там надо этому скинешь? Идиоту? Идиот. Так, поехал. Неплохо, красавица. Только на этот раз ты окончательно взорвалась. Все, путешествие окончено. О, беги, беги, Кейт. Ох, поздно. Детектив идет по ее следу. Вы увидите дочь через пару дней. Вы мне это повторяете уже месяц. Миссис Уолл. Нет уж. Скажите прямо, вы представления не имеете, где она. Моя малышка пропала. Может быть, вообще замерзла. Ее волки съели. Прошу вас, миссис Уолкер. Я считаю, вы лично виноваты в том, что моя дочь исчезла. Слышите, Марсон? С вами скоро свяжутся. Ты что, приходишь, что ли? Окей. Опа, воу-воу. Так, надо ставить плюс 18 срочно. Тут такое. А, все. Так, и это, походу, мы как раз у этих самых юколов. Давайте осмотримся. Выходи. Здрасте. Здравствуйте. Кунукмак. Тук-тут. Согласен. Меня Кейт Уолкер. Я... Ледяная стена обрушилась. Потом... Где я? Это что, мы в Сибири? Здесь юколы живут. Кейт Уолкер сильно упала головой. Давно, походу. Так, а старого не видели этого? Вы не видели Петьку? Моего друга? Он такой маленький и очень старый. Я забочусь, Кейт Уолкер. Ее друг не забочусь. А, кто-то о нем заботится? Я ищу Ганса Фуральберга. Где он может быть? Ганса тут. Где тут? Где он? А Ганс не покажу. Он может быть конец путешествия. Да хватит вам. Что вы хотите сказать? Ганс очень больной. Где он? У шамана. Готовится последний путь. Нет, умоляю, прошу вас, я должна его увидеть. Ой-ой-ой. Я не хожу мешать шаман. Слишком странная она. Понятно. Я ее не боюсь. Где она, эта странная шаманка? Странная. Слушай барабан, Кейт Уолкер. Я понял. А еще одного вы не находили, парни? Скажите, великий вождь, вы еще спасли кого-нибудь, кроме меня? Это типа вождь? Нет, только Кейт Уолкер. Хорошо. Что же стало с этим негодяем, Иваном Бугровым? Ой-ю, духи съели, Кейт Уолкер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А поезд видал? У меня поезд застрял. Вы можете мне помочь? Юколы уже там. Надо же, спасибо, великий вождь. Сейчас раздербанят нашего
Так значит, Айронмена. В деревне Юколов. Да. Ты упала, и уколы лечили твой голова. Я великий вождь. А, большое спасибо. Прощай, великий вождь. Я ухожу за моими друзьями. Ты наш гость. Хорошо. Так, что здесь? Что-то забрал, лени рога, хорошо. Хорошо. Все вроде бы. Так. Майдана сюда и туда. Там, наверное, выход. Майдана на бой барабанов пойдем. Да, там, наверное, у нас выход. Что делаете? Кунук-мак! Тук-тут! Тук-тут! Ну, от барабана, допустим. Ой. А как пройти-то? Ну, давай. Ну, Кейт, ну. Кейт, ну. Ну, просто ляг так ползи. Она письмо в Хогвартс себе доставить пытается уже несколько лет. Так, ну я, мне кажется, надо что-то сделать. Что тут такое? Пустая фляга. А, ну это, наверное, можно наполнить, да? Да-да-да. Давайте наполним. Или нет, да. И будет полная фляга. Не знаю зачем, но пусть будет. Я... Да, вернее, помню, наполним. Да, я помню, зачем она. Потом покажу. Так, вон пещера, вот в той пещере, по-моему, там будет то, о чем я говорю, но пока нам туда не нужно. Нам нужно попасть к шаманке. Чтобы попасть к шаманке, нужно перейти барабану. Чтобы перейти барабаны, нам нужно что-то сделать с колесом водным, которое, ну, приводит их в движение. Это ворота? Ничего. Засов, стрелька, засов. Так, ну это обратно. И будем думать, что делать с колесом. И чё? Может быть... делаешь, сова? Что это такое? Не знаю, пока тут вроде бы ничего нет. Здесь что у нас? Это ремешок, полоска кожи. Ну, думаю, пойдет.
Появилась рогатка. Так, а ну-ка, ну-ка. Вернемся к барабанам. Сейчас я помню, что что-то с колесом надо сделать. Сейчас, походу, мы его поломаем. Круто. Говорить Боже по-русски. Мой Ганс. Фига того распели. Кейт Уолкер, мы ждем, ждем. Чего вы ждете тут все? Боже, Ганс, что с вами сделали? Ага, мисс Кейт Уолкер. Откуда вы знаете, как меня зовут? Вы знаете меня? Хе-хе-хе, мисс Кейт Уолкер ждут здесь давно. Но откуда вы знаете, как меня зовут? Хе-хе-хе, тук тут волшебные уши. Волшебные уши? Мисс Кейт Уолкер, говори во сне. Понятно. Ах, вот оно что. Что случилось с Гансом? Юколы нашли Ганс посреди снег. Он очень слабый. Он спит? Он в другой мир. Мир снов. Что? Вы не хотите сказать, что... Ганс идет в земля предков. Нет, не может быть. Ганс, сдавайся. Но должен же быть какой-то способ. Нужен доктор. Да где здесь доктор? Не поможет, мисс Кейт Уолкер. Ганс не хочет больше. Тут вот эта большая белая птица. Кажется, она увязалась за мной от самого Романовска. Харфанг, легенда говорит, это дух-хранитель. Хорошо. Значит, это хороший знак? Раз он так давно с нами, значит, мы на верном пути. Может быть, мисс Кейт Уолкер, может быть. Но это просто птица. Надеюсь, что не просто. Ганса обязательно нужно вылечить. Поздно, мисс Кейт Уолкер. Слишком поздно. Вы говорите, харфанги – это духи из ваших легенд. Но зачем тогда в деревне столько насестов? Даже легенды иногда уставай. Как она меня подраздражевывает. Дух, ожидай знак. Знак? Какой знак? Мисс Кейт Уолкер хочет дух быть рядом. Мисс Кейт Уолкер, зови дух музыкой. Ах, музыкой. Теперь мне придется еще играть музыку. Вот спасибо. Расскажите мне о коридоре снов. Коридор снов ведет в земля предков. А можно вывести Ганса из этого проклятого коридора? Невозможно, Кейт Уолкер. Ганс ушел туда совсем один. Не желай возвращаться. Но его можно как-нибудь уговорить? Только один способ. Нужно уходить к
говори с Гансом в коридор снов. Очень опасно. Нужно хорошо знай, Ганс, иначе останься там навсегда, мисс Кейт Уолкер. Я знаю его, я смогу его убедить. Очень опасно. Можно совсем не вернуться, Кейт Уолкер. Ну и что? Мне все равно, я рискну. Че без башки, девка? Че делать надо? А что сделать, чтобы отправиться в мир снов? О, есть старый рецепт. Вот, мы подходим к тому моменту, про который я все твердил. Не могу, невозможно. Одна вещь не хватает. Да я догадываюсь, где она. Что за вещь? Ягода двери духа. Что это такое? Маленький красный маленький ягод от веселого дерева. Веселое дерево? И где оно растет? Веселое дерево нету больше. Веселое дерево, не смейся, давно-давно. Веселое дерево теперь в земля предков. Ну, должно же было остаться хоть одно, правда? Раз я хочу провести Ганса по коридору снов. Точно. Увидимся. Все, нам нужно. Понятно, что ягода этого дерева. Сейчас пойдем искать. Я вроде бы. Только лицо, добрый дух. Так, взяли масочку, и что-то здесь еще где-то было. Подожди. Было. Возьми это, Кейт Уолкер. Дух ночи, будь добрый с тобой. Так, все. Пойдемте искать то место, про которое я говорил несколько раз. В котором я очень сильно тупил в свое время. Я реально на это место несколько раз бросал игру, я не знал, что делать дальше. Я был маленький и, видимо, глуповатый. Потом я ее все-таки раскусил, эту загадочку. Но, вот так, здесь мы были. Здесь. Так, здесь мы все взяли, нет? О. Так, пробку. И идем дальше. Пробку чуть не забуди. Эти парни с ним разговаривать не хотят что-то. Вроде сюда, но я не помню. Вот вроде это пещера.
Это что? Так, собственно. Не знаю. Ну, сюда. Так, вот это самая пещера. Лево, направо, не помню. Так, тут ничего не дать. Что, застывшие растения, да? Мама, смотрите. Прикольно. А вот, по-моему, то самое надо сохранить. Обязательно. Вот то самое место. Это вот бегал тут сейчас Леминг. Об этом мы могли прочесть в книжке этого. Кто он? Алекс или как он там? Это, видимо, их норка. Их нужно оттуда выкурить. Потому что здесь вот эта ветка с красными ягодками, вот, которые нам нужны. Нам нужно выкурить этих из норки, чтобы они нам достали эти ягодки. Так, ну давайте немножко осмотримся. Вот, например, вот это вот. Мы пропустили. А здесь, по-моему, важный элемент. Так, рогатка. Вот это. Сюда. Что? Привет, птичка. Да, сейчас, значит, у нас этот испугался, зверек, забежал туда. Так, посмотрим. Блин, ну он, походу, не туда забежал, да? Нам нужно, чтобы он влево попал. Блин, надо сюда теперь птицу убрать. Там вроде с той стороны должно быть то, что нам нужно. Да, вот оно. Вешаем его сюда. Да, теперь он там опять бегает. Давайте теперь сюда повесим. А, нет. У меня идея. Давайте сюда вот так вот сделаем. У него теперь нету выхода. За исключением, как пойти вот в нужную нам левую дырочку.
Букля! Привет. Я заберу. На всякий случай. Смотрит какая. Давай. Ага. Штука. А если вот так? Оп. Молодец какая. Так, и дальше что? Так, сейчас мы здесь затнем дырочку. А вот сюда, наверное, нальем воду. Чтобы он не утонул там. Легко вообще было. И че, он взял то, что нам нужно? Ну, запихал он тебе за щеки, а дальше что делать? Так, пробку мы заберем, поди. О, капец, вытекло. Ну, сюда пробка, наверное, не полезет, здесь толку нету. Это не лезет. Фу. Ну вот, не зря ты искали. Все. А вот и ягодки. Спасибо тебе, зверек. Большое спасибо. Так, теперь нужно отнести их к шаманке. Ну, я думаю, встретимся около шаманки уже. Подходим, ну, вернее, мы уже в домике у шаманки. Привет. Вот, я нашла ягоды двери духов. Ты хочешь точно идти туда, Кейт Уолкер? Да. Если это единственный способ вернуть Ганса... Хорошо, очень хорошо. Доктор. Чем мы сейчас к нему в бошку пойдем, да? Сейчас все зевают. Это мы с вами очутились в детстве Ганса, да? В той самой пещере, где он, походу, упал маленький. И стал таким, какой он есть. Ну, в общем, а путешествовать по миру его грез мы будем уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что ставили лайки. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписаны. А мы увидимся с вами в новых роликах. Всем пока!